такую великолепную погоду, конечно, ехать бы далеко. Да, звучит это весьма двусмысленно и юмористически, и потом это довольно-таки парадоксально. Потому что вообще в такую погоду езда по трассам, я бы сказал, в прямом смысле слова запрещена. Но, однако же, вот эта атмосфера, когда метет, когда ты потихонечку едешь, это, конечно, то, что нужно. Напоминаю, я здесь был в 2020 году летом. Мне здесь великолепно сделали бампер. В общем, про это я еще буду рассказывать. Но то ли еще будет, друзья мои. Нужно просто дерзко настраиваться на что-то хорошее и крутое. Так, а мне нужно туда проползти. Надеюсь, что там не за никто не приехал, пока я ездил за запчастью. Сказали пока встать под навес. А картина какая, смотрите, а? А? Ну, а мне сказали полчаса ждать. Вот, значит, тогда что? Тогда у меня есть прекрасное занятие. Собственно говоря, самое лучшее в жизни человека. Я достаю моего Хвабера. Открываю, что мы здесь видим. А здесь мы видим Карфаген, друзья мои. И как вы думаете, нужно ли что-то еще? Правильно думаете. Нужно. Нужна живая любовь. Нужны живые люди. Так что все имеет смысл, друзья мои.